Каменка. Парк Петра Витгенштейна. Место историческое. Его реконструкцию начали летом прошлого года. Теперь центральный вход в парк украшают 10 колонн. По словам авторов проекта, вся конструкция выполнена в классическом стиле эпохи Витгенштейна. Работы по строительству входной группы выполнены на 90%. Осталось выполнить облицовочные работы, наружную отделку и покраску. Опорная часть колоннады будет облицовываться камнем-песчаником. Цокольная часть забора также будет облицовываться песчаником. На входной группе, кроме ремонта ступенек, также был выполнен новый пандус. Восстановят парки и пруды, и озера. Работы уже начали. От Днестра проложили около 900 метров водопровода. Когда потеплеет, на берегу реки начнут строить насосную станцию. Работы по восстановлению озер подразумевают под собой устройство бетонного дна озер, а также бетонного покрытия берегов с декорированием верхней части берегов натуральным камнем. На острове между парковыми озерами планируется в рамках проекта строительство ротонды, смотровых площадок, небольшого фонтана. Еще одно место притяжения в парке – новый детский городок. Горки, качели и лабиринты. А еще красочный дизайн – все это стало настоящим подарком для самых маленьких. Мне понравился детский городок, потому что тут весело, все цветное и яркое. Мне понравилась больше всего закрученная горка, потому что такие впечатления. Первый раз страшно, что сейчас упадешь там куда-то, а потом, когда спустился, еще хочется. Фронт работ в парке еще большой. Приведут в порядок все дорожки, отремонтируют летнюю эстраду, построят беседки для молодоженов. В общем, скоро эпоха Витгенштейна сюда вернется.